второй круг в обратную сторону. Красиво идет. Фанаты. Назад дай! Тут какая-то сложность возникла. Просто в какую-то стену упирается. Правее, Веталь! Право руль, право! Какой-то или корень там. А, там камень вон какой-то лежит. Просто как в стену. Это жесть вообще на самом деле. Что-то здесь непонятно. Просто во враг упирается. И видите, не может. Это жестяк вообще. Не надо. Нормально исполняю. Нормальный экшен такой. Смотрите, не так он. Вон там яма такая. Ну, жесткое начало второго круга. Да, вот так вроде простое место, проходное, но не прошел. На лебедке получилось. Вон какие-то куски оврага отваливаются. Или камень-то. Просто глина. Мотор от девятки, если бросить. А такие, да. Вот тот с мотором на оке тебя вставляет, да? С мотором атаки тебя вставляет этот. Женя. Женя тебя вставляет. Да, мне зубки надо такие ставить. Да, тогда будешь выигрывать точно. Ну, конечно, и в Жене выиграть. И у Жени, да. Насколько легче. Как раз то, что ты хочешь, что да, и скинешь. Да, 300 килограмм. Что-то как-то пошло не так, да? Ну, что-то так. А это камень или этот? Да. Это или песок? Ледяный песок. Колесо разуто. Левая передняя. Это жесть просто. Нива апокалипсиса.
Ну, заводится четко, починили все. Не-не, нормально все, так, так и едь, Веталь, хорошо идешь. Юрец испортил весь контент. Пошел красиво. Да. Веталь может отжечь. Не по-детски. Ёханый бабай. Ничего и не будет. Так, все равно второе место. Смотка лебедки. Значит, гонка на уничтожение резины, да? Масло потекло, масло потекло. Масло, масло. Слушай, не очень. Но сейчас закончим. Глуши. Ты перетирал чем-то, ты перетирал эти патрубки, они дымели, и он побежал. Патрубок перегрыз, это, хомут перегрыз. Бежак. Бизон немножко устал. Бизон, понятно, он столько дней бегать по лесу. Еще и не кормят, да? Еще и не кормят толком, да. То солярки не дали. Свет выключай! Не сади аккумулятор! Кому передавай всем? Да че, а он вот эта трубка? А то не та трубка. Слушай, вот эта трубка, знаешь, она постоянно. То сам... Туди-сюди болталась. Ну да. А це наглушить. То оце? Це інтеркулер був колись. Смотри, чинит просто мгновенно сразу. Горячий, что ли? Конечно. Нож есть у кого-то? Поздно, все, не надо. Поздно уже. Починил? Не, доломал. Да не, починил, что ты. Блин, чинит как быстро, слышишь? А это рабочий? Уже нет. Юра, тряпка есть? Машина? Вчера было рабочий. А у тебя тут еще интеркулер. Пока в лед не заехал. Да. А что, и в дерево встревал? Да, первый так. Даже зубами клацнули. Причем ехали там километров 30 в час. Был лед же. Ты себе работу шукаешь? Слепой, прекрати это. Он, ты видишь, он наклонился и заглядывает тебе в рот. Не бачу, да-да-да. Это такой один блестящий. Не-не, мне по... Мне правый, верхний, задний надо починить, завтра будет санит. О, пошли эти самые уже. Записи там одни к машине записывают, другие к стоматологу. Тут смотри. Получилось или нет? Давай, еще же время, еще успеваешь финишировать. Мы же уже на зачете. Сейчас день не кончимся, да? Не-не, в зачете я вернул вас. А кто-то едет. Это Юра? Он едет подальше. Это Юра хочет домой так уехать быстрее. Думаю, по-тихому пока надо свинтить. А ведь же там убирал, кстати, наверное, как предприятие. Да, наверное, мы же все равно развлекуха не зачет. Веталь, это кровь или АТФ-ка? Кровь? Моя АТФ-ка. То это, G12 антифриз. С организма. Что-то трет там, оно как-то близко все. А, вот что терло. Я смотрю, такие звуки, когда лебедишься, оно натягивает. Скрипит. Так, пошел. Краще скажите, как его не убрать. Радиатор чистите, все. Все просто. Вот место, где Бизон не ехал.
сейчас объедет. Ну, проедет или нет? А что, может и получится. Валер, отойди, Валер! Блин, чуть не проехал. Вяло, да, берег машину. Так, Юра продолжает пытаться уехать с оффроуда. Это ему очень непросто у него получается. Лебедятся просто, чтобы уехать. За что-то, за маленькое дерево, но его не хватает. Держал штурман руками. Все, на финиш. Все просто. Так, горит колесо. Блин, нивовод спас нивовода. Надели колесо. Да, в один день сложно такое количество трасс и достаточно много участников. Не удается все посмотреть, но оффроуд четкий, конечно. Вон и Гранд Чероки даже есть. VJ. Так, ну вот в легком классе. Ну тут такой спецучасток. Серьезный. Витарка. Ох, и звуки. Каждую запчасть, кто там поток, то, что каждый делает, лабораторию проверяет. Там дальше он сложное место. Как 33-е колесо делаешь. Давай, давай, давай! ТР-1. Как-то ему тяжеловато тут. Ну пока держится. Лево руль! Лево руль выключи! Лево руль! Лево! Поехали! Справа, давай, 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 давай! Влево! Влево, влево, давай! Влево я газу! Влево, влево! Газу, 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 газу! Ой, блин, шлево! Что-то сломал. Чуть не проехал, да? Что там, шрус? Там хрустел же всю дорогу уже. Еще вчера я слышал, вроде были звуки. Ух, елки. Что-то не задымело. Хорошая лебеда. Escape, кстати. Четко работает. Назад, назад, трогай, назад. Назад. Ребенка назад. Стоп. Алюминиевый болт, а что вчера у него брал? Редуктор разорвал, да? Да, да. Редуктор кусочек вырвал. Отключай парадокс, сейчас я на самом. А это у них проблема. Все начинали.